Рисую и пишу одновременно цитаты из фильма. Вот следующая цитата – это «Save the dream», «Спаси свою мечту». Это одна из таких главных цитат трейлера. Спасите мечту! Я сначала это сделал на холсте, и в процессе написания пропустил одну букву. И меня это так расстроило, что я решил, ладно, ну как бы нельзя же показывать некачественный результат, значит, все переделаем заново, и холст так и остался где-то недоделанным, а я начал искать заново уже на бумаге. На второй день, соответственно, из там большой пачки листов у тебя что-то более такое, более понятное. Можно обратить внимание, то, что буква Е имеет очень странную форму, а дальше буква Е выглядит в форме цифры 3, потому что, ну, я вижу какую-то определенную ритмику между цифрами и буквами. Но это международный проект, то есть компания Disney решила, что нужно найти художников и вообще различной креативности людей со всего мира. Каждый из нас создает какой-то контент на тему, собственно, будущего фильма. В каждой стране набирается команда из одного человека, представителя отдельной дисциплины. Грубо говоря, дисциплина искусства, дисциплина фэшна, дисциплина фотографии. Там один представитель идет. И, соответственно, команды везде разные. В России вот оказалась самая полная и интересная команда. И реально очень классные ребята участвуют. Ты чуть не попал в меня. Скажи спасибо. Мы визуализируем свои мысли по поводу этого фильма. То есть, если я художник, я могу нарисовать или написать то, что я чувствую, то, что я вижу, как-то материализировать, собственно, вот образ «Звездных войн», который мне предстает. Я начал рисовать граффити около 9 лет назад. Я очень любил работать с буквами, но мне в какой-то момент показалось, что граффити мне недостаточно. И лет 5 назад я стал работать с каллиграфией, изучая буквы уже в правильном инструменте, в правильном контексте и с моим каким-то ощущением того, что я хочу создать. Я полностью самоучка, то есть у меня нет ни художественного образования, ни каллиграфического. Наоборот, меня всегда просят научить. Первая моя каллиграфия, которую я сделал, у меня собрала где-то 1015 просмотров и сразу разлетелась по всем международным сообществам, связанных с каллиграфией. То, что я сделал помимо контекста для «Звездных войн», просто интересную работу. И она показалась людям действительно хорошей. И они ее выложили там на всяких популярных ресурсах, выложили видео. Я люблю эту вселенную, никогда не считал себя каким-то ярым фанатом, потому что для меня вообще несколько другая часть творчество, кинематографа, искусство интересно. То есть я просто ее знаю, и мне она нравится. Какие-то фильмы более удачные, какие-то менее, какие-то персонажи стали иконами и позволили вообще само отчасти искусство направить в новую сторону. И поэтому круто, что вот как бы я теперь имею к этому отношение.